Представляю вашему вниманию ручной этикетировщик модели АЭ-3. Давайте сразу начнем. Загрузим флакон. Сразу его. Пожалуйста. Загрузка у него очень элементарна. Как видите, проводим под роликами. Под вторым роликом внизу. Заводим под третий ролик. И она у нас уже уходит вверх. И зажимается с помощью резиночек. Сейчас я вам продемонстрирую без бутылки. Вот, пожалуйста, она у нас выходит. Впрочем, конструкция элементарная. Все легко и просто. Благодарю за внимание. Всего вам доброго и до свидания.